А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергей держит ваше имя в руке. Прикол. Срочное включение! Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянная серия Рика и Морти. Некогда тянуть, мне её прислал по почте сын Дук. Но это не точно. Серия началась с того, что Морти спит, и ему снится, что он лапает самую красивую девушку в школе, Джессику. Но вдруг его сон становится мрачным, а глаза Джессики становятся темными, как страшная пропасть. Заглянув в них, можно увидеть бездну. После была заставка. Странно, ведь она была не такая, как всегда. Все было мрачное, как и сон Морти. А звук разъедал мои уши. После заставки показано, как вся семья Морти сидит за столом. Но Морти не выдерживает и падает. Он всю ночь не спал. Все начали обвинять Рика, что это он виноват. Рик начал оправдываться. После начались жуткие помехи. А на фоне были слышны жуткие звуки, которые очень пугали. Серия продолжалась. После помех показано, как Морти приставал хулиган Фрэнк. Он приставил ему нож к глазу. Но вдруг откуда-то появился Рик и заморозил хулигана. Морти начал кричать, что это ему все надоело. Рик начал кричать и просить его о помощи. Они вошли под ворот. Рики создал портал, и они вошли в него. Но портал вел в столовую, и Морти упал прямо перед Джессикой. И Джессика сказала что-то типа: «Ты же тот чмосник. Как тебя там?» И все начали смеяться. Для Морти это было издевательство. Он больше не мог так жить. Начались помехи. После помех показано, как Морти висит на веревке. Он повесился. А около его трупа стояли и кричали Рик и родители Морти. Их ссоры даже не установились после смерти Морти. У Морти была предсмертная записка. Было трудно его найти, но я смог. И она находится на моей странице ВК. Эта запись с запиской доступна лишь моим друзьям. Так что добавляй меня в друзья. На этом все. Чтобы Сергионис поставил лайк тебе, то всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.